Хочу обзор сделать. Сузуки. Да, Сузуки с пробегом 200 тысяч. То есть с машиной ничего не делалось вообще. Только фильтра, колодки, масла, свечи, все. То есть как вот из-за этого. Может, кому-то будет интересно. Да, вот у вас здесь. Есть, да? Да. Во, я его даже на асфальте понял. Во, он даже стучит. Да. Он гудит вообще капитально. Ехать аж, блин, да, страшно. Его уже все. Замена. Это 100%. Это да, 100%. Менял я их в том году, в Крым съездил. Надо менять. Диски, да. Диски я знаю, но дороговато пока. Хочу взять какой-нибудь не оригинал. Это родные. 200 тысяч прошли. Шикардос пока, да? Да. Где-то 3-4 есть еще. Ну, смело пока гоняем. Здесь вот суппорта зажаты. С тормозами маленько беда. Да, вот суппорта зажаты. Суппорта надо смазать. С тормозами знаешь как? Вот, короче, едешь-едешь, притормаживаешь, и вот ее как бы чуть-чуть вправо так раз и вильнуло, и нормально. Со второго тычка как бы тормозит вообще ништяк. Проверка развала давно сделана? Не делал ни разу. Не делал ни разу. Надо проверить тоже развал. Но я думаю, нормально, потому что резину не жрет вообще никуда. Тут же развала-то нету в ней, правильно? Только схождение. Да. Она не жрет, ее как бы не ведет никуда. То есть гоняли в Крым, летняя резина на вью поставил, десятка туда-обратно, лето докатали в ноябрьске. Протектор вообще ровненький. Ну вот, суппорта зажатый. Маленько. Гремит. Гремит. Еду по неровностям прямо таким, ну, не стыки на плитах, а вот по кочечкам, как переваливаюсь, и взлетает. Ну вот, сейчас посмотрим втулки стабилизатора, спецстабилизатора, и резинки посмотрим втулки стабилизатора. А шаровые, меня вот они беспокоят вообще капитально. В каком они состоянии? Жить не, шаровые пыльники нормальные все. То есть 200 они тысяч вас... для шаровых это ни о чем, да? Они у вас нормальные еще все. Да, это вообще, я прямо счастлив. Наконечники, пыльники тоже живые все. Это я знаю, да, но ее не качает, она прямо жесткая, я не знаю, чудо какое-то. Они обе мокрые. Да, обе мокрые. Но она жесткая, она не раскачивается на волне, ничего. Я не знаю, какие-то чудеса с машиной просто. Главное, глушитель как новый. Вот это меня вообще поражает. На нашей жучке он бы уже развалился раз пять. Неубойный аппарат. Честно говорю, я не ожидал. Да. Просто чудо какое-то. А подшипник вот этот меняем, нет, второй. Просто может их до кучи все-таки. Ну, можно поменять, да? Да, лучше поменять. И я уже буду знать, что я еще 5 лет вообще забуду сюда лазить. Да. Тем более мы как бы по финансам вроде в это вкладываемся. Ремень будет чуть-чуть потрескивание, да? Ремень, да. Ремень надо менять и один, и другой. Но вот я их сейчас приеду домой, закажу, уже сам поменяю. Он и свистит, как бы, и, да, короче, с ним тоже все печально. А эти разбитые, да, стойки стабилизатора? Чё гремит-то? Чё гремит? Вот меня что смущает. Ну так, конечно, новый автомобиль. Чё тут скажешь? Все чисто, сухо.
Даже лопасти на вентиляторе все на месте. Большой лифт есть? Могут греметь они? Да. Они греют. Прямо как, вот знаешь, едешь по плавным кочкам, и он как, кости такие бринчит, блядь. А вот эти вот резинки, вот эти вот, где она сама эта поперечина там, блин, я что-то отсюда не могу смотреть. Вот, вот эти вот, вот тут резинки. Может быть, еще в них дело? И да. Меня... Да, вот резинки потрясные. Это вот эти, которые на рычаге? Да. Они потрясанные. И чего, это сильно критично? Ну, их надо менять, по-моему, они меняются с рычагом. Они вместе с рычагом. Не, я видел в Уксисте, что есть они отдельно. Но как они прессуются сюда или что, вот это вот я не знаю. Но я видел, что есть по отдельности вся эта балда. Я вот сам точно не скажу, как она прессуется. Просто насколько они в хреновом вот состоянии. Вот да, да, это прямо видно. С улицы смотришь под колесо и видно. Просто рычаги-то тоже как бы стоят круто. Че, шаровый ништяк? Да, не знаю. Ну это вообще прямо персик. Тут тоже не шар. А тут никак не подтягивается рейка, там вот типа такого, как вот на девятках, я помню, был там 6- или 8-гранник. Какой-то маленько стук есть в рулевом. Нет. Когда так тык-тык-тык его делаешь. Тут все нормально, ничего не течет. Все отлично. Вообще самолет. Нет, самолет еще. Пластмасски, конечно, покоцанные, но это все мелочи, это все мелочи. Все хорошо. Это радует, это просто вообще радует капитально, то, что все хорошо. Да, датчик давления масла надо будет поменять. Именно поменять? Да, они меняются только. Да? Да. Сильно дорогой? Я вот так с нами скажу, там они поменяют. Так, ну а я его сам же поменяю, или почему он только замена? В чем там прикол? Они начинают пропускать, где фишки одеваются. А, типа он по корпусу сам, да? Да, по корпусу начинает пропускать. А затянуть его толку не будет. Понятно. Да, ну, короче, поменять я его сам смогу, там ничего хитрого нету, я так понял. Да, там на 24. Единственное, что его надо заказать и все, да? 24 головки, там ее надо получить, угу. Нормально, хорошо. Ну, как раз сейчас буду что-то заказывать по запчастюлькам, и придется еще датчик добавить туда. А так все хорошо, не беспечили тоже нормально. Ну, я так постоянно смотрю, машина стоит где-нибудь на стоянке. Постоянно выхожу с утра, смотрю, чтобы там ни масло, ни антифриз не набежал, поэтому... А вот это вот сварка такая, да? Вот это вот? Или... А, это грязь вообще. Это грязь. Я думал, блин, как так? Как так? Кто успел? А это просто грязь. Ну, вообще все шоколадно, просто шоколадно. Подшипники поменять. С тормозюшками разобраться и, блин, дальше можно на дальняк. Вот тут синяя изолента китайская, да, вот это? Опа, синяя изолента китайская. Ну, вообще ништяк. Это просто... А, слушай, а лючок, в салоне дырка есть? Или бак снимать, если добраться до насоса?
Как узнать? Сиденьку снять? Нету дырки, да, нету лючка. Нет, лючка нету. Придется снимать бак. Ну, это же сейчас не скажем, но как пытаешься, да, надо снимать. А вот на этих, наверное, точно сейчас не. Ну, я что-то читал, как бы, вроде как снимают. На гравитаре, да, надо снимать. Точно не будем снимать. Ну, шоколад. Напишу сейчас. Гайки одноразовые, да, на приводах? Да. Нужна штучка, нет? Да. Да, видите, суппорта грязные. Надо их смазать. Не, суппорта-то суппортами, а поршень, поршень. Не туго ли он? Вот я его не мог засунуть, когда менял колодки. А, когда менял колодки, типа полностью вы остановились засунуть, что ли? Да? Нет, я его засунул, но он туго вообще капитально. Ну, они все так туго. Да? Ну, тогда тоже надо вот с этим делом разобраться. Что там, как там. Ну, вот это надо суппорта смазать. Подклинивать, наверное, надо, скорее всего. Чтобы пока уж полезли. Просто я тут в сторону поршень легко засунул. А эту... Идет, что ли? Нормально. Ожил. Разработался. Все нормально идет. Ну все, огонь. Может, правда, прокачанный плохо, если со второго качка. Потому что вот нажал. Даже не до упора, отпустил, ага. Нажимаю, вообще мягенько, прямо колом встает. Скорее всего, надо будет прокачивать, скорее всего, аккуратно. Прокачаем, да? Да, прокачиваем. Ну все, тогда пиши туда, в эту. В оказанные услуги. Да я пойду там. Что там, оформляться надо, да, или как? Не, ну новая машина. Новая машина. Вообще.